Сегодняшняя тема. Бывший врач травматологического кабинета, медико-санитарной части Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получал взятки на общую сумму 6 тысяч рублей за выдачу справок о временной нетрудоспособности, сообщается на сайте Следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь Донскому грозит штраф в размере 40-70-кратного размера взятки или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.